Всем привет! Я Наталья Успенская, и я снимаю видео не только про комнатные растения. Очень давно я не снимала никакие распаковочки с AliExpress. Не знаю, заметили ли вы, но почему-то на AliExpress все меньше и меньше интересующих товаров и все меньше и меньше подходящих цен. Ну, как лично по моим наблюдениям, то так. Вот эта посылка была заказана моим супругом, и мы сейчас посмотрим, в каком же качестве прислали нам товар. Снимаю я не только про цветочки, новые подписчики, наверное, этого и не знают. Я могу снимать все, что угодно, что мне кажется интересным. И раньше я даже снимала кулинарные рецепты какие-то простые. Снимала маникюр, как делаю. Так, это большой кошелек. Большой мужской кошелек, который имитирует кожу. По стоимости эта вещь стоит 995 рублей, без нескольких копеек. Я бы сказала, недешево. По доставке. Доставили его нам в течение 18 дней. И это 2 недели плюс 4 дня. Но если бы еще почта не подвела, то доставка была бы еще меньше. Просто прислали смс-ку вечером в субботу, уже когда почта закрыта. Почта у нас работает в субботу, но только до 6. А смс-ку прислали почти в 8. Ну, как специально, чтобы мы не пришли на этой неделе за вещью. Требования к кошельку были, чтобы он был вместительный очень и очень миниатюрный, как всегда. Нам нужно такое, чего не бывает в природе. Ну, чисто внешне могу сказать, выглядит неплохо. Уж и не знаю, на 1000 рублей тянет или не тянет. По мне, так совсем даже не дешево. Смотрите, сколько тут отделений. Отделение. Тут отделение. Вот это вот все под разные карточки. Здесь, а здесь, а как сюда пробраться? А, ну вот, вот, водительское удостоверение или что-то такое нужно положить, что будет видно. Вот этот огромный отдел, это что? Что это такое? Так, наполнитель. Подарков нет никаких. Так, отдел заканчивается здесь. То есть это половиночка. Ну, большой отдел. Дальше. Вот этот тоже большой отдел. Вот эти маленькие посередине прострочены. Тоже все под карточки, которых у нас сейчас очень много. Смотрите, какая миленькая нашивка в форме автомобиля. Грузовичок, правда, без колес. Ну, миленькое украшение. Дальше. Здесь еще один огромный отдел. Здесь. И тоже только до половинки можно пробраться. Под купюры. Но не под, например, документ. Некоторые носят в кошельках все, что нужно носить с собой. Например, страховка на автомобиль. И это была бы большая очень площадь. Но здесь перемычка. Эти отделы не сообщаются. Два больших отдела. Но они каждый сами по себе. Здесь две кнопочки. Это очень предусмотрительно, то есть можно, например, сюда какой-то положить предмет и тогда застегнуться на верхнюю кнопочку. Вот, например, вот так вот. И уже можно что-то вот сюда разместить такое крупненькое. Или вот в эти отделы, например. Так, смотрим с внешней стороны. Это мы здесь все обследовали. Смотрим здесь. Имеется еще один отдел. И имеется вот здесь отдел, в который, правда, я бы ничего не рискнула складывать, потому что не застегивается вот этот на молнии, а этот может быть, например, просто чтобы держать. Вот так вот, если застегнуть, может быть, чтобы держать, потому что отдел такой ненадежный. Ну что ж, вещица интересная. Брака не замечено, все замочки работают,
Все выглядит новеньким, блестящим, красивым. Я надеюсь, что супругу понравится. Придет с работы и оценит лично. Благодарю вас за внимание. Заходите в гости. И пока-пока. До скорых встреч. Увидимся.